Я в порядке. Они стреляют в гражданских. Вот, возьми! СДФ захватили Атис и расстреливают наш флот. Поднимаемся на второй. Один, как слышно? Системы связи повреждены. СДФ прорывается к башне. Высадка войск. Надо вернуть контроль над Атис. Остановись участкова. Я нашла осколочный. Отлично. Должна быть уже близко. Зачем они стреляют в гражданских? Не знаю, Итан. Стойкий подбит! Осторожно! Контакт! На сердце!
Итан, здесь тупик. Сэр, я могу переправить нас через стену. Сюда, лейтенант. Собираемся! Держимся рядом! Итан! Вперед! Веди нас! Есть, сэр! Впереди гражданские! Не стрелять! Вы в порядке, сэр? Уходите в укрытие! Уходите с улицы! Укрывайтесь в домах! Влево, по лестнице! Слышишь? Сэр, связи по-прежнему нет. Башня Атис прямо перед нами. Подойдем поближе. Гранатами по ботам! Прорываемся! На 12 часов! СДФ рвется к власти уже много лет, Итан. Они знали, что здесь собрался весь наш флот. Рейс, займись дверью, я прикрою. Вижу! Не стоит их недооценивать! Контакт! Быстро туда! Держите, сэр! Что это? Модуль слома позволяет перехватывать управление ботами. Так, подключился! Перехватывайте управление! Быстрее, лейтенант! Отличная работа, лейтенант! Ценная штука! Оставьте ее себе, сэр! Внимание всем! Группа золота под обстрелом! Подвижение невозможно! Нужен огонь на подавление! Затмение! Это номер первый! Как слышно? Отлично, адмирал! Какие указания? Отработайте главными по башне. Надо прикрыть наземных. Есть, сэр. Начинаю работу.
поднять шакалов для поддержки с воздуха. Принято, сэр. Врача! Врача! Возмездие, это 1-1. 1-1, возмездие на связи. Крок, СКАР-3 на вылет. Работа по земле. Принято, лейтенант. Расчетная минута. Номер первый золоту. Авиация на подходе. Как только они ударят, берем высоту. Отмене! К бою! Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, 3-1! Понял! Выходим из боя! Видим цель у стены! Он нас прижимает! Принято! Ломаю! Нажмем! Башни на вершине холм! Золото 2-4! Идите на левый фланг! 2-6! Займитесь правым! Три-один! Готов зайти на вторую атаку! Группа золота! Статус! 2-4 на месте! Слева! Это 2-6 на месте! Ладно! Начали! У меня глаза разбегаются. Укажите, по какой цели работать. 3-1. Цель отмечена. Принято. Захожу на цель. Пушки, пушки, пушки! Яблочко, 3-1. Понял. Отхожу. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Подтверждаю, начинаю работу! Огонь! Огонь! Яблочко прилетело! Чисто! Понял! Выходим из боя! Сэр, там засел отряд СДФ! Понял! Занимайте оборону! СКАР пойдет внутрь! Итан, подключись к камерам Атис! Что там творится? Есть, сэр! Начинаю передачу изображения! Осталось 10 кораблей. Флота ЮНСА больше нет. Начинаю ликвидацию системы Атис. Марш с вечера. Идем, быстрее! Итан, вперед! Джекпот! Внимание всем, повторяю, джекпот! Смени робота, отведи пленников в камеру. Старшина, запускай Атис, корабли противника все еще здесь. Так точно, адмирал?
Силы САТО засели снаружи и развертывают БП. Понял. Пойдем посмотрим на этого ублюдка. Осмотреть его надо. Обойдусь. И документы есть. Это он. Майкл Аарон Пейдж, инженер-механик, стаж 2 года. Спящий агент СДФ. Имя не мое. Это кличка идиота-землянина. А твое имя? Командор Акил Минрая. Фронт обороны колоний. Операция на Европе? Ты начал войну. И я ее закончу. Адмирал, данные о целях для Атис почти готовы. Быстро ты это, молодец. Вы оттягиваете неизбежно. Увести. Марс, вечер. Стоять, десант. Дай мне 5 минут наедине с этой тварью. Солт. Столько невинных жертв, Рейс. Отомстим за них в бою. Ладно. Готово, сэр. Пошли.